МУП КБУ анонсировала проверки в частном секторе на предмет подключения к холодному водоснабжению. Также директор предприятия сообщил, что установлена точная причина аварийной ситуации на канализационных сетях в 18-м квартале. Подробности далее. Жители частного сектора Бердска самовольно подключаются к сети водоснабжения. Об этом рассказал руководитель комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук. Он заявил, что специалисты МУП в ближайшее время проведут соответствующую проверку. Несанкционированное подключение чревато серьезными штрафами, отметил Владимир Воспанчук. Планово по всем районам, по всему частному сектору начинаем проводить работы. На сайте КБУ размещена информация, каким образом можно узаконить врезки. В случае, если этого не будет сделано, будет проводиться однозначное отключение и будут штрафы. Штрафы, законодательство позволяет нам очень большие применять. То есть, так, для сравнения, 15-миллиметровая труба по нормативу – это 9500 в месяц. Глава города Евгений Шестернин настаивает на том, чтобы коммунальщики активизировали работу с жителями частного сектора. Мы не собираемся стоять как раз с радаром в кустах. Мы также идем по принципу, как работаем с многоквартирными домами. Мы информируем те улицы, которые будут подвергнуты проверкам. Всех будем информировать. Информируем. Это все улицы, которые будут проверкаться. Которые будут подвергаться проверке. Все. Несанкционированное подключение к коммуникациям уже доставило городу немало хлопот. На прошлой неделе бригады КБУ искали причину аварийной ситуации на канализационных сетях в районе перекрестка улиц Герцена и Ленина. Там оказалось дополнительно к ветоши еще 40-литровое металлическое ведро, заполненное бетоном и камнями. Вот, его извлекли. Сейчас с подрядчиком начинаем работать по замене 16 метров коллектора. Вот, придется его менять все-таки. Значит, не скрывая грунты, то есть будем через... Будем без скрытия проводить работу. По имеющейся информации, причиной засорения канализации стала как раз несанкционированная врезка.